Всем привет! Вот так вот спустя месяц выглядят малыши, которые вы видели, я ставила в начале видео. Неплохо они себя чувствуют. Я определила два на блок и остальные в такие маленькие горшочки, и вроде бы они себя неплохо чувствуют. Очень уж мне захотелось такую орхидею иметь. Я когда увидела ее цветение, это, конечно, было что-то такое, ну, можно сказать, очень интересное и новое для меня. Я вставлю фотографию. Красота, не правда ли? Ну, конечно, нужно будет подождать, я думаю, немножечко времени, и надеюсь, что я увижу цветы вживую. Эта орхидея произрастает в Центральной и Южной Америке и на высоте от 600 до 1000 метров над уровнем моря. Какие интересные корешки такие. Класс. Я их посадила в мох, потому что, конечно, малышам нужна влага. Ну, в общем, ухаживаю за ними понемножечку. Что еще из нового? Такая вот маленькая тоже фласка. Это брактония, кажется. Если правильно, я не ошибаюсь. У нас невозможно найти большое такое растение. Ну вот я решила, такая маленькая фласочка была. Вроде бы тоже они себя чувствуют неплохо. Я покупала все в одно время. И вот хороелки. Хороелки маленькие тоже неплохо себя чувствуют. И что-то я еще купила. Сейчас посмотрю. Дендробиум тубаенсе. Ну вот, тут вот все. Beautiful species Sumatra. Ну вот, невозможно у нас найти большие растения, конечно. И Dendrobium violaceum. Ну вот, не знаю, вроде бы тоже они так вот себя... Есть пару растений таких небольших, конечно. Ну, было, конечно, совсем маленьких. Эти... Конечно, такие, я их уже достала, они были темные-темные. Ну, вроде бы, не знаю, посмотрим, что с них получится. Ну, пока что вот так вот. А из больших растений, что у меня... Ой, что у меня из больших растений новенького? Я очень хотела клавесию. У меня есть катасетумов. Приличное такое количество. Вот мои морковки, кстати. На солнышке жарятся, да. Ну, это уже потом когда-нибудь расцветут. Буду о них более подробно. Ну, а что новое? Вот такая вот клавесия. Я ее купила, и я ее немножечко, кстати, тоже я ее пересадила. Я сейчас даже, наверное, вставлю видео, какое я ее купила. Да, это было 27 января, и мне кажется, что бульбочка немножечко так налилась. Я пересадила в чуть-чуть побольше горшочек, потому что, конечно, не хотелось мне тревожить корневую, я так постаралась аккуратненько, но смотрю, что вроде бы неплохо, и эта основная бульбочка, мне кажется, напилась немножечко, потому что какие-то пересушенные растения было. Какие-то пересушенные растения, у которого я покупала продавца, тоже все такие. Но не знаю, я как-то люблю более такие напоенные, можно сказать, да, растения. Ну, в общем, вроде бы чувствует себя тоже неплохо. Очень мне хотелось. Увидела я у девочек давно клавесию. Клавесия Грейс
дан. Очень красивые должны быть такие розовые нежные цветочки. Ну, в общем, вот такие вот новинки у меня. Ну, не думайте, что это все мои новинки. Ну, а вот это вот, наверное, уже все. Я упоминала в предыдущем видео, что у нас будет выставка орхидей, но я, можно сказать, немножечко ошиблась. Это не была выставка, это была продажа орхидей. Было, наверное, 10 продавцов, если не больше. Я сбилась со счета, и, конечно, мы вчера ездили с нашим клубом. Это было, конечно, очень здорово и весело. Ну и вот это вот я ставила все вот здесь вот мои новиночки в коробке. А это на заднем плане я собираюсь в наше... у нас собрание опять, клубное наше собрание. И, в общем, ну это уже, наверное, будет другое видео о цветении этого всего, этой всей красоты. А пока что я, наверное, пробегусь по моим новинкам, потому что будет интересно. Будете спрашивать, что я купила. Ну, сейчас покажу. Ну, вот с чего начать, да? Начну, наверное, с дендробиума хибики. У меня есть хибики, но он совсем маленький. Ну как маленький, он не маленький, он просто зацвел всего на два цветочка. Я его, кстати, тоже, ну вот пока что заговорила, я его взяла, беру в наш клуб. Меня попросили показать сегодня посадки, которые я использую, интересные, очень всем нравятся. Ну вот он у меня распустился с прошлого года всего на два цветочка, и я вот так вот его, в общем, определила. Ну а это, конечно, такое пышное цветение. И я думаю, ну ладно, будет еще у меня тогда один. Он, конечно, побольше размером. Интересный. Это что у меня? Это такая тоже большая редкость. Видела я, конечно, ее, эту орхидею, дендробиум хекоуенс. Да. Наверное, я не буду читать, ломать язык. В общем, даже с цветочком. Очень большая редкость. В общем, вот такое вот чудо я приобрела. У меня есть, ну, наверное, в раз 10 меньше. Поэтому, конечно, я купила. У меня, наверное, самая большая бульбочка, это вот такая вот. Вот как вы видите, вот на переднем плане. Вот это вот. То есть... Ну, маленькая. А это, конечно, уже взрослое растение и цветет. Я очень рада, что я все-таки нашла это. Это такая вот фаленопсисовая, да, полянка тут, можно сказать. Такие жирные, я не знаю, что они с ними делают. Маленькие такие горшочки. Ну, в общем, это... Мини-марк. У меня есть тоже парочка мини-марков. Я когда-то давно покупала фласку. И они, конечно, у меня совершенно не такие. Ну, я себе купила еще такой. Думаю, ладно, посмотрим, когда будет цвести. Ну, а это... Я, конечно, думаю, что любители фаленопсисов сразу поймут, о чем тут речь, какие цветы и что... Если кому интересно, конечно, загуглите. Но я вот решила себе еще пополнить мою фаленопсисовую полянку. Они у меня обычно растут все внутри, цветут. В общем, решила я себе вот так вот прикупить еще парочку фаленопсисов. Это Black Leopard. Такие все, конечно, хорошие размеры. И вот еще, кстати, вот я купила, это белина, а это виолосея. Такая, у меня когда-то была, конечно, приличная коллекция таких фаленопсисов природников, но пришлось мне,
ее продать. И вот сейчас я опять немножечко ее себе пополняю. Цветущая это я купила, она в камнях. Чтобы вы понимали, очень тяжелый горшок в камнях. У нас есть одна вот, это Alice's Orchids. Она выращивает их на севере Австралии. И у них, конечно, там климат потеплее. И она выращивает практически все орхидеи в камнях. Поэтому, ну, вот так вот каждый пристраивается к своим условиям. Это, кстати, я тоже у нее купила. Вот такое вот растение. У меня оно есть, но поменьше в размере. Я себе решила, я так увидела, что здесь вообще двойной. Такое двойное растение. Я думаю, я себе такое тоже хочу. Такое приличный размерчик, я бы сказала, хороший. И вот, как вы видите, тоже она выращивает их в камнях. Все в такой влаве. И, конечно, я это все буду пересаживать. Мне такая посадка не подходит в моих условиях. Если кто со мной недавно, кто не знает, я живу в Австралии, но у нас зимой температура опускается до 5 градусов, бывает под утро, поэтому я в камнях уже ничего не выращиваю. Иногда раньше я ложила на дно, но сейчас я поняла, что на дно я тоже их ложить не буду, потому что когда корни достают дна, конечно, им холодно, и растения начинают портиться. Это еще одно такое вот интересное растение я купила совсем недорого. Кажется, всего $30 было. И такое вот двойное тоже цветущее. Я, конечно, ну, редко у нас, редко такое увидишь. Поэтому такой вот интересный природник. И, кстати, вот эти вот цветоносы сухие, я знаю, потому что у меня тоже была в коллекции эта орхидея. И я сломала когда-то было кончик. И думаю, ну все, он засох. Засох цветонос, и все, нет. Потом из середины цветоноса появляется бутончик, и оно растет дальше. И вот вы здесь видите тоже у него еще один бутончик, то есть цветение будет продолжаться. Очень мне понравилось, такое компактное, классное. Ну, а это я... А, тут еще есть фаленопсисы. Ладно, будем по очереди. В общем, я так думаю, что затянется видео, но будем продолжать. В общем, ладно, это фаленопсис. Ой, фаленопсис, господи, пафеопедилум. Я, честно говоря, не знаю, я его купила моему супругу, моего супруга, другу в подарок, потому что он тоже такой любитель орхидей, и хотелось просто в благодарность, он нам помог здесь кое с чем, поэтому в нашем доме хотела ему подарить. Ну, в общем, просто показываю вот такое вот растение. Очень дорого, $35 всего было, поэтому думаю, я думаю, ему понравится. Он только такой начинающий любитель, можно сказать, и не знает сильно, как за ними ухаживать. Ну, на заднем плане уже, наверное, вы увидели тоже, это моя фласка. Одну фласку я себе купила, потому что я искала... Как вы уже знаете, я любитель миниатюрных тоже орхидей. И я искала серную, желтую форму. И я не нашла. Было всего два растения, как мне сказали, у одной из продавцов, можно, да, так сказать, по-русски. Продавали два растения всего было, и когда я пришла, их уже не было в продаже. Она мне сказала, что было всего два, и их купили. И они были по $140. Поэтому, конечно, желтая форма действительно очень редкая у нас, не знаю. И я вот себе нашла фласку. Такие довольно-таки
приличные растения, я бы сказала, здесь, на мой взгляд, такие хорошие корешки, не перевернутые, потому что иногда вот фласки, которые покупала, они, конечно, в дороге могут перевернуться, и вот растения страдают. Как вот было, я вам показывала, с дендробиевыми малышами, они перевернулись, и они, конечно, пострадали все в таком плачевном состоянии, не знаю, выживут, не выживут, но не знаю. В общем, буду играться еще с очередным детским садом. И надеюсь, что когда-нибудь увижу вживую цветение желтой малышки. Так, ну вот еще два фаленопсиса. Это фаленопсис стюартиана. И чего я его купила? У меня есть маленькая. Ну, я так решила, что за $40 тут два таких растения, совсем таких неплохих. Я думаю, ладно, чего нет. Гулять-то гулять, как говорится, да? Как мы вчера ехали, когда в автобусе, и со мной сидела рядом моя любимая, можно сказать, одна из любимых наших членов клуба. Я обожаю ее орхидеи, как она за ними ухаживает, как она их выращивает. У нее самые ухоженные, на мой взгляд, орхидеи и всегда просто шикарные. Она говорит, я не пью, я не курю, я не играю в какие-то азартные игры. В общем, я покупаю орхидеи, все об этом знают. У нее 5 теплиц, поэтому... В общем, вот так вот мы вчера... У нас был такой фан... Так, это очередное. Ой, господи, как бы тебя достать? Длинные вот такие вот. Ой, come on. Вот такие вот корешки. Длинные. Два растения. И это. Вот такое вот растение. Интересные такие цветочки. Ну, в общем, будем видеть, да? Здесь не знаю. Мне кажется, что у меня он есть. Ну, я не уверена. Потому что, конечно, выбора долго думать и смотреть не было. Потому что, конечно, народу было много любителей. Купить орхидеи тоже было очень много, поэтому я думаю, ладно, я куплю, а там будет видно. В общем, вот такой вот дендробиум еще, малышок. Почему-то мне кажется, что он у меня есть, не знаю. Ну, а тут получилась совсем интересная история с этой энциклией. Я ее обнаружила уже потом у себя в торбочке. Вот такая энциклия. Пришлось мне прерваться, извините, пошел дождь, и просто я понимаю, что вы меня слышать не будете. И пока что был дождь, я упаковала все свое богатство в машину, потому что нужно будет скоро выезжать на наше собрание. Ну, в общем... Я надеялась, что это или Мария будет энциклия, или еще что-то интересное. Ну, в общем, тоже неплохие у нее такие цветочки. А что получилось, я просто... Меня тоже этот продавец знает, и он ко мне подошел. И мы просто заговорили про вот эти вот две котлеи. Я хотела купить одну из них, это Cattleya perennii. Но когда он мне сказал, что он не знает, какого они могут быть цвета, одна может быть альбовая форма, вторая другая, я решила, что мне нужны две. И, в общем, я их держала. Потом я решила, и у меня как раз в руках была эта энциклия. И, в общем, его помощник
он у меня их взял просто, и мы продолжали общаться, и потом мне просто дали торбочку. И вот этот вот дендробиум я у него, кстати, тоже купила, малыш. И, в общем, ну, вот так вот получилось. Посмотрим. Ну, кстати, неплохое цветение есть вот у этой энциклии. Есть такое не очень, я бы сказала, мне нравится. Ну, посмотрим, какая у меня зацветет. И тогда уже будем решать. А, конечно, Пирини Ай — это красавица. Если кто не знает, загуглите, посмотрите. Я уже не буду тратить время сейчас здесь. Он, конечно, пересушивает их немножечко. У него огромная территория, огромные теплицы. И, в общем, у него есть помощники, которые ухаживают. И вот такие вот две красавицы теперь у меня в коллекции. Я, естественно, пока что вообще трогать ничего не буду. Тут тоже здесь в чехлах что-то. Ну, в общем, как вы видите, горшочек, он бедный, даже не стоит. Толком горшочек маленький. Вот вы видите, вот и... Вот и думай, нужно их пересаживать, вообще не нужно. Или можно их вот так вот прям выращивать, и они себе будут чувствовать себя великолепно. И я так понимаю, что он здесь даже цвел. Поэтому, в общем, вот такая вот красотень у меня пополнилась в моей коллекции. У меня есть тоже Пирини Ай, но тоже совсем-совсем с малыша я выращиваю. И это, наверное, последнее уже, да, если я не ошибаюсь, что в моей коллекции — это Валькириана. Вот такая. Tokyo Number One. Надеюсь, красотка, конечно, надеюсь, когда-нибудь я увижу ее цветение. Но я так смотрю, что она еще не цвела ни разу. Tokyo. У меня дочка едет в Японию, кстати, тоже. Да, ну, в общем, вот такая вот коряшка. Неплохое растение. Посмотрим. В две стороны здесь начала она расти, но я не вижу никаких цветоносов. Вот опять дождь начинается. Я не знаю, что у нас за погода. Ну, в общем, да, чудный год, чудная погода. Чудные годы вообще, я не знаю, что вообще, да, происходит. Я уже говорила неоднократно, что мир сошел с ума, погода сошла с ума. Поэтому, конечно, ну вот, радуемся, да, пока что есть возможность радоваться нашему хобби. Спасает она хоть как-нибудь нас. Ну, в общем, вроде бы я все показала. Не знаю, насколько длинным получится видео. Если кто еще со мной, всем желаю цветения ваших орхидей, пусть они вас радуют, и, конечно же, любви и мирного неба над головой. Всем пока и до новых встреч!